Всем привет, ребят, с вами как всегда RusFPS, и сегодня у нас опять видеоролик по стендов. И сразу же перед началом данного видео я вам скажу, что вы, если вам не сложно, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал и на канал брата, ссылка на его канал будет в описании, нажмите там на колокольчик, и мне нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео, потому что мои видео выходят каждый день, а его видео выходят раз в день, там он еще не знает, с какой частотой он будет их выпускать. Вот. Сегодня у нас новая рубрика, которая будет называться «Типичные деньки в стендов». Суть рубрики заключается в том, что я буду просто играть в катки под спокойную атмосферу. Сразу же берите что-нибудь с собой покушать, там печеньки, может быть пюрешку с котлеткой, чаечек, захватите газировочку и бегом смотреть данный видеоролик. Вот. Все, ребят, мы начинаем, поехали. Так, ребят, сегодня у нас будет гонка вооружений на карте Training Outside. И я надеюсь, кто-нибудь сразу же догадался, что это закадровый голос, потому что я не учел, что мой микрофон записывает не только, как вам сказать, не только звук моего голоса, а еще и звук игры. И поэтому у меня там получилась полная каша, чтобы, в общем, не было такой фигни, чтобы получилось качественно, я решил записать закадровый голос, вот, чтобы у вас просто не было рак ушей после просмотра моего видеоролика. Вот, сразу же скажу вам, что в начале катки мне вообще не везло, просто потому что я перескачал, так скажем, стендов и понял, что вышло обновление. Раньше я играл с... Вот, как раз таки я сделал килл первый. Второй килл. Раньше я играл с прицелом точка, если вы знаете. Вот, третий килл убил лидера. Но сейчас меня убьют, по-моему, уже. Нет, лидера убил тоже. Ну, неплохо. Вот, раньше я играл с точкой, прицелом точка. Это было очень удобно. А сейчас в новом обновлении появились статический прицел и динамический. По-моему, статический — это когда ты стреляешь и прицел не двигается никак, а динамический — это когда он расширяется, вот как сейчас я в лидера стреляю, он вот так же расширяется и обратно, собственно говоря, сужается. Вот. Что еще вам я могу сказать? Я очень часто заходил в настройки, вот вы сейчас видите, да, и не мог разобраться. Вот. Я обещаю, что я настрою себе прицел идеально под себя, и естественно, он будет зеленого цвета. И вот наблюдайте, как я играл. Это было не очень круто. Ну, просто смотрите. Буду комментировать. Также, ребят, еще раз повторюсь, я настрою. Вот меня сейчас убили. Я настрою настройки, как бы это ни звучало тавтологично, я настрою настройки под себя. Чтобы вот сейчас я сделал себе динамический прицел, вот сделал килл себе, и я только недавно понял суть гонки вооружений. То есть ты это не как в CS:GO, допустим, если ты убил любого игрока, то ты получаешь оружие. Вот видите, у меня еще лагал стик, поэтому я не мог играть нормально, адекватно. Вот, если ты убил любого игрока в CS:GO, то тебе сразу дают новое оружие. По-моему, там так. А здесь, вот я сделал еще один килл издалека из пистолета. А здесь, если ты убил просто любого рандомного, то тебе нужно убить какое-то количество этих рандомных чуваков, чтобы тебе уже дали следующее оружие. А если ты убил лидера, то тебе дают сразу же оружие следующее. Вот. Независимо, сколько ты убил людей простых, ну, не лидера, до начала игры. Вот сейчас меня тут тоже убьют, сейчас вот справа выйдет чувак и меня закекает. Вот, все. Вы видите, опять я полез в настройки. Не знаю зачем, видимо, поставить статичный прицел, потому что динамичный, он туда-сюда делается. Сейчас я опять полезу в настройки, опять поставлю статичный, и потом динамичный, и потом опять поставлю статичный. Вот, это уже так. Вот здесь мне опять не прет, не везет, и уже прошла половина катки. Вот, в принципе.
Не везет так не везет. Что дальше? Дальше я убиваю лидера и получаю 5 пистолет, и меня простреливает с АВП какой-то нуб. Вот. Далее, я надеюсь, мне дадут дробаш, но это будет не скоро. Это будет не скоро, сразу же вам скажу, потому что пистолеты играют, ну, сами знаете. Тем более, когда у вас стик еще вот... Тем более, когда у вас стик еще лагает, это как бы не очень круто. И вот. Как бы далее я получаю дробаш и уже иду, вот убиваю сзади, но не получается у меня... Сейчас вот я должен убить, по-моему, да, вот я делаю убийство одно. Делаю убийство, это как-то странно звучало. И сейчас еще один килл, да, вот второй килл. И сейчас я должен получить сделать еще один третий килл, чтобы, собственно говоря, уже получить следующее оружие. Но меня сейчас опять убьют, по-моему. Да, возможно, меня сейчас опять убьют. Да, меня убили, опять с АВП, и это был уже лидер. Вот, но сейчас, по-моему, я должен снять этого чувака. Нет, он меня снимет. А, нет, я его убиваю в голову, и теперь беру АВП, и меня, естественно, убивают, потому что у него была эмочка, а у меня АВП, и тут с АВП, как это называется, snow zoom, или как, ну, в общем, когда ты не включил прицел и сделал килл, вот. Здесь только так, в принципе, можно, а с прицела тут не очень удобно играть. Ну, сами понимаете, здесь не мышка, а здесь просто ты по экрану, вот меня опять убили. А тут ты просто по экрану, и тут нужно все очень быстро делать, и поэтому с ноузума только, ну, без прицела только играть лучше. Как бы вот сейчас, я надеюсь, вы увидите серию киллов без прицела. И тут уже не получилось у меня без прицела, хотя вы видели, что я простреливал. Там можно было должен был спокойно убивать. Вот сейчас я опять делаю прицел на свободный, и потом опять буду менять его на статичный. По-моему, вот сейчас киллы без прицела, это неплохо. И сейчас я убиваю лидера. Да, я убиваю лидера, но почему-то залагал, и там, видимо... Дали то, что засчиталось другому игроку, вот. Так, что дальше происходит? Дальше я шкерюсь, выхожу и с далекой дистанции убиваю без прицела. Это неплохо. И сейчас еще один килл должен быть, да? По-моему. Да, вот, я убиваю с хедшота. Или нет? Нет, без хедшота. Но я делаю килл без прицела. Надо будет... Я еще прям помню, что в видео сказал, вот еще один килл. И мне дают дигл. И меня сразу же убивают, и сейчас опять дадут. А, нет. Вот, и я еще в видео сказал, если вы хотите, допустим, рубрику, чтобы я одну капку, допустим, играл каким-то одним... Вот сейчас я делаю хедшот, вот это точно хедшот. Чтобы я играл каким-либо одним оружием всю катку, будь это либо командная игра, либо гонка вооружений, но... Нет, гонка вооружений, естественно, невозможно. Меня тут сейчас он с ножа убьет, да. Вот. Либо это командная игра, либо это закладка бомбы. Я буду играть каким-то одним определенным оружием, независимо, выиграю я или нет. Мне без разницы, я могу и проиграть, но суть челленджа, я выполню то, что я буду играть одним оружием. Или можно сделать так, допустим... Я должен выиграть несколько побед, или я должен, если это, допустим, командная игра, где ты там возрождаешься, вот я сейчас должен убить лидера, по-моему. Нет, я не убиваю лидера. Вот, где там ты должен, допустим, сделать в соотношении... О, вот это красиво было, красиво, но это не хедшот. А вот это хедшот. Вот, чтобы, допустим, ты должен в соотношении... Ну, попёрло мне в конце катки, я вижу, да, хедшот опять. И здесь опять килл. Чтобы я тут убиваю, блин, в конце катки разошелся, вот еще один килл. Чтобы я на протяжении какой-то катки играл и в соотношении количества смертей и убийств моих, чтобы я кого-то, вот катка закончилась уже, чтобы я, допустим, убил, допустим, 15 раз, а умер 5, вот что-то типа такого. Я нахожусь на третьем месте, но если бы я играл в команде террористов с моими киллами, я бы был на втором месте. Вот, мне тут, по-моему, дали 8 монет, если честно, я точно не помню. Вот, уже будем завершать видеоролик, потому что осталось всего 1.5 минуты времени. Вам нужно что-то сказать. Вот. Ребят, сразу же вам скажу, что... Да, горло еще болит. Вот, я вышел из игры, потому что мне это уже было неинтересно. Вот, ребят, если вы хотите добавиться ко мне в друзья в стендов и поиграть со мной, и чтобы я записал это на видео, допустим... Ну, типа, допустим, катка с подписчиком. Можно сыграть один на один в дружеском матче. Неважно, пусть это гонка вооружений, закладка бомбы или... Ну, лучше играть в закладку бомбы. Да, и здесь я еще открою кейс.
Здесь еще открою кейс. Вот, одного подписчика я уже принял, друзья. Это Super Warros, который постоянно мне пишет в комментарии, если смотришь, привет. Вот, сейчас я открою кейс, давайте посмотрим, что мне выпадет. Но я уже знаю, что мне выпадет. Поэтому мне как бы это уже не интересно. Это обычный скин, он никакой не редкий, просто обычный скин. Это P90, еще как его называют в народе петух, Radiation. Вот, в принципе, я еще посмотрел его на видео, так, типа, прикол. Он называется Radiation Uncommon Original Collection. То есть это обычный, я так понимаю, скин. Вот. Все, ребят, давайте будем заканчивать. Еще раз повторюсь, не забывайте подписываться на мой канал и на канал брата и нажимать там на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики. Вот. Далее. Не забывайте ставить лайки и дизлайки. Ну, преимущественно, конечно, лайки. Комментировать данный видеоролик, делиться этим видео с друзьями ВКонтакте или просто в школе там показать, допустим, вон чувак в стендов как жестко играет, на самом деле не жестко, вот, и все, подписываться на канал, нажимайте на колокольчик еще раз, все, ребят, если хотите со мной сыграть, добавляйтесь ко мне в друзья, ник мой перед вашими глазами, RusFFPS, все, добавляйте в друзья, я вас добавлю, посмотрим, по времени сориентируемся, когда я смогу с вами сыграть на видео, вот, ребят, все. Сейчас про все, ребят, давайте заканчиваем. Всем пока. С вами был, как всегда, RusFFPS. Не болейте. Здоровья вам. И еще раз всем пока. Сейчас по традиции включается музыка на счет 1, 2, 3. Вау!